Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Ну, я думаю, настало время поговорить о Galaxy Watch 6. Много в сети уже информации об этих часиках. Я пересмотрел очень много и выбрал, на мой взгляд, действительно правдивые ресурсы с правдивой информацией. Поэтому мы с вами начнем, и начнем мы, когда же будет релиз и когда начнутся продажи данных смарт-часов. Исходя из истории прошлых релизов, мы можем сделать вывод, что это произойдет примерно 11 августа. Они продемонстрируют и покажут всему миру о том, что вот у нас вот такие вот часики, вот с такими вот штучками. Ну а продажи начнутся приблизительно 25 августа. Есть уже много предположений о том, как они будут выглядеть. Кто-то говорит, что даже они собираются вернуть версию Pro Bezel. Да, его действительно не хватает, по-честному сказать. Кто-то говорит, что там будет который Watch 6, закругленный экран, как на Active 2. Кстати, Active 2 мне очень сильно нравились. Это действительно стильные часы Samsung. Возможно, будет и то, и это. Материал, из которого они будут сделать, также будет, как и на Galaxy Watch 5. Это титан. И это здорово. Естественно, на них будет защита от водички, как и на прошлых версиях, это IP68. Данная штука себя оправдывает. Я в часах как Galaxy Watch 4, так же как и Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 3, и был и в саунах, и купался в бассейнах, и в реках, и в озерах, где только не купался. Никогда не было никаких проблем с тем, чтобы эти часы вдруг глюкнули. Дисплей, как и всегда у Samsung, будет супер AMOLED. Это сочные, яркие экраны. Супер! Что касаемо экрана, то обещают, что пиксельное соотношение будет больше. Если на Galaxy Watch 5 было 450, то на Galaxy Watch 6 будет 540 и, соответственно, больше дюймов 1,52. Также в новой версии Galaxy Watch 6 Pro будет добавлен еще один датчик, которого не было в Galaxy Watch 5 Pro. Это геомагнитный датчик. Батареечку тоже обещают увеличить, и она будет 654 мАч. С помощью данной батареечки в GPS-режиме часы смогут прожить трое. Вы знаете, что на Galaxy Watch 5 был процессор такой же, как и на Galaxy Watch 4. Так вот, на Galaxy Watch 6 наконец-то будет новый процессор. И графический процессор будет тоже новый. Наконец-то! Ну и последнее, дорогие друзья, в этом выпуске. Это, естественно, флеш-память и оперативная. Она будет увеличена. Будет 32 гигабайта флеш-памяти и 2 гигабайта оперативной. Вот такая вот информация на сегодняшний день существует. Какая-то будет новая информация. Я буду по мере возможности выкладывать ее. И, скорее всего, это будет в коротеньких видосиках. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал. Также в описании видео есть ссылочки на мои телеграм-каналы, где очень много интересного. Подписывайтесь. Пока!